Мы договорились с вами, давайте посадим там или самшит, да, или что-то, кустики зеленые, давайте поставим вот такое ограждение, а небольшое, бетонную площадку там, где не поломали, там выросла шашлычка, они разобрали опять свой забор, поставили шашлык и жарят там на всю катушку. Сегодня ремстрою пойти все вывести и засыпать. Уже к обеду от забетонированной площадки, где до этого располагались столики для посетителей, не осталось и следа. Впрочем, шашлычника этот факт не смутил, как грязь и пыль, поднятая рабочими во время демонтажа. Здесь, как ни в чем не бывало, продолжили готовить и продавать еду. Оставлять все как есть муниципальные службы не собираются. Территория будет благоустроена, а судьбу шашлычной решит администрация. Думаю, ее не будет. Потому что вот это вот забор, это граница, разделяющая муниципальную территорию от санатория «Маяк». Планируется здесь сделать декоративное ограждение, и вот здесь, как видите, остатки от роз еще есть, привести в нормальное состояние. На место вытоптанного газона, где располагалась площадка, завезут чернозем. Агрономы подберут подходящие цветы и посеют траву. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Михаил Григорьев, Анапа регион.